Одной из причин также послужило то, что с сентября 2019 года в автоколонии 1456 на 10% была увеличена зарплата водителей. Очень давно в автоколонии не повышался уровень зарплаты, и это привело к массовым увольнениям водителей. Что, опять же, отразилось, и череповчане это уже видят, отразилось на качестве автобусных перевозок в городе. We'll be right back.